Это что такое? Shit. Почему оно образовалось из ничего? Обидно. Куда? Куда? Черт! Посмотрим, как он выстрелит против моей бутылки. Твою мать, твою мать, твою мать! Ой, это та хрень, которая телепортируется. Девочка-телепортирка. Это мальчик? Ну да. А почему ты определил? Может, просто пластикодонка? Что это у тебя здесь? Кажется, ему было не при... Да извинись хотя бы. Толефи? Ты не смог в эту дверь войти. О, смотри, зеркало, кажется, свет мой ск... А звук был какой-то? А, так вот куда он побежал. А, хорошо стреляете? Ну да, он меня похвалил. Подожди, ты же не стрелял. Три. Ладно, ладно, тут есть хоррор, извиняюсь. Да ты ждешь, бей, пердак. А где доктор и пидор? А? Я видел это в трейлере, я знаю, что сейчас будет. Ой, а чё с девочкой? Чё она такая дерзкая? Ой, хватит биться головой. Я просто ты понимаешь, боюсь. Что это обман? Специально, что ты остановился. Да. Зачем? А чё мне ещё делать? Подпаливать её нужно. Ещё? Ясно. Информативно. О, идёшь в жоп. Стреляй. Ой, это было просто. Сейчас у нее голова начнет вертеться вокруг головы. Ну, то есть, фу, вокруг ш... Представляешь, меня библиотеки... Ладно. Я играл в Resident Evil, дайте мне это сожрать. На Винки! Винки, бай! На-на-на. Ты продолжай, продолжай. Цветочек или подсолнух? Подсолнух или цветочек? Подсолнух. Цветочек. Ты себя погубил. Дурак, блин. Девочка будет. У нее пом. Заткнись. Хорошая же шутка. Смотри, ну ничего подозрительного нет, че ты? Прячься в шкаф сразу справа. Я не карлик. Ку-ку. Ку-ку. Что там? Он играет в сапера. Кто он? Я просто пропустил. Мой брат. Близнец? О, баба! Нормально. Блин, у нас есть тёлка, мы не будем грустить. Да. Ну ладно, у него будет тёлка, у меня нет. Так, кошка, я играю в очень страшную игру, поэтому тебе лучше тут не находиться. Не лезь ко мне, иначе тебя задушу. Ого ты! Ого они! Как рождаются-то? Да, ладно. Ты наказан! Сиди дома! Все, ты наказан. Мама, не хочу с ними гулять. Сережа нет дома. Уйдите. Ой! Так, пошел в жопу! Пошел в жопу, хватит блевать. Подожди, Коля, я играть не могу сейчас. Я умираю. Прости, Коля, да, поиграем. Не блюй только. Фу, Коля! Так, Витя, не надо, мы это уже приходили. Вот как Колю избавишь от алкоголезависимости, вот тогда и поговорим. Ну давай поиграем человек-телевизор. Вот твою мать, мои нервы. Нет, 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 нет.
Ой, блин, плевать! Ой! Сохранится, 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 сохранится. А не, не. А чё вообще? Нет! 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 Нет, 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 нет! Рувик! Радик! Не надо! Равик! Рудик! Будик! Ты решил сделать для меня сюрприз? Ну не забирай, бро. Коли уж ждал, не забирай. Так, она моя. Иди сюда. Ой. Ну вот, никто меня не хочет. Я тебя бросаю. Ты меня не любишь. Эй, карусель, как весело-то. А я думал, так ас. О! Вот это я скилловый пацан. Трусы кто-то свои повесил. Ты умрешь, ты умрешь. Просто поверь мне, ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь. Не надо, нет, нет, ты умер, падла. Тварь, отсоси, просто соси, говнарь, тупой. Ирод, идите в жопу, я вас ненавижу. Вы все говно, понятно? Если я сейчас сдохну, я просто, я не знаю. Я разнесу тут все, поняли? Идите нахер, просто идите нахер. Пошли отсюда, кто еще на меня? Правильно, никто, пошли в жопу. Ой. Тебе весело, я вижу. Ну это хорошо, главное, чтобы девушка не скучала. Ты где? А, в печку нельзя! Руси! Ли! Он не слушает меня! Бежим! Бежим! Я кошку пнул! Я кошку пнул! Я кошку пнул случайно! Ну изменивайте с манекеном, и что с того? Ты страшная! Ой-ой-ой! Ой, плохо! Ой, вашу мать, я не знал! Раз, два, три! Ой-ой-ой! Ха-ха-ха! Я бы назвал эту картину «Несогласие». А, я дверь хотел открыть. Ну ладно, спасибо. И вот мы снова здесь. Ты и я. Тварь ты. И сестра твоя твоя. Ты слишком много захотел, по жопе получил. Видала, какой я. Теперь давай замутим. Твари! Вот опять эта тварь! Ты чё, охренела? Тварь! Я так и знал, что этим бабам нельзя доверять. Уже вторая баба, которая меня кинула тут. Ну, бабе нельзя доверять, но ты тоже баба, поэтому я не знаю, можно ли доверять тебе. Ой, что-то меня так приплюснуло. Попал маник, мой нежный гель, ты даришь запах орхиде... А, ребят, так он не марь, он школьник. Судя по плачу. Все понятно. Он просто притворялся морем. Все встало на свои места, ребят. Да. О! Ну что, серьезно? Да убануться. Эх, ты падла, все еще ходит. Пошел вон, он мой. Я его люблю. Бабы не нужны. Ешь, но он мой. Педофил. Все хотят Лесли. О, теперь можно пойти поспать.
Ой.